Сегодня, 28 июля, европейские журналисты обнародовали свои подсчеты приблизительных потерь России от европейских санкций. Экономический эффект санкций будет стоить России 23 миллиарда евро в текущем году и 75 миллиардов евро в 2015 году. Такие выводы делают в Европе. По данным издания «Экономист», потери российского бизнеса в результате санкций достигнут уже в этом году 74 миллиардов евро. Естественно, этот процесс потери за санкции коснется также и стран самого Европейского Союза. В целом для европейцев потери будут составлять порядка 100 миллиардов евро.